Перед нами комплекс бассейнов «Водолей». Территория бывшего села Балабановка, теперь одного из микрорайонов корабельного района города Николаева. Здесь располагается бассейн для прыжков в воду. Проводятся соревнования. Приезжают спортсмены из разных регионов Украины. Здесь же рядом находится площадка для скейтборда. Площадка еще не сдана в эксплуатацию. Это первая в городе будет действующее сооружение для спортсменов-скейтбордистов. Это главное здание комплекса бассейнов.
гостиница на въезде в Балабановку со стороны города.